Снял, снимаю. Блин, мне страшно. Ну, конечно, страшно, а ты как думал? Оно упадет. Оно может упасть. Нет, оно не может упасть. Оно не может упасть. Но, мужик сказал, что она небезопасна. Да? Ничего не сказал. Не знаю. На самом деле, да, это как бы стрёмная хуйня. Стрёмная, конечно. Вот. В пизду. Это камнеметная хрень. Вот такая громадная. Захватывали вон тот дворец. Вот такая вот камнеметная штука. Вот. С ним снимался фильм «Принц Персии». Вот, а захватывали они вот этот вот чудный дворец. Вообще мы находимся в Атлас-студии Марокко, Варзазад. Тут снималось очень много известных фильмов. «Гладиатор», «Принц Персии», «У холмов есть глаза» и еще целая куча. Еще целая куча разных фильмов. Вот там стоит наша машиночка. Вот она. Вот она наша машиночка. Вот Андрюха лазит туда-сюда. Делать ему совсем нефига. Вот. Фото, видео, видео снимаю. Ну да, я так видео снимаю. Давай лезь до конца. Давай, давай. Ты можешь это. Не, давай, давай. Я уверен в надежности конструкции. Конструкция надежна. Ну смотри, какая надежная конструкция. Страшно же. Вот такой адский агрегат. Ну все, прощаюсь с вами.